Окрестности Севастополя, как и сам город, представляют собой поистине землю классическую. Когда-то легендарный Одиссей проходил по этим берегам. Прекрасная Эфигения, воспетая в величавых стихах Евгипида, томилась в этих путь Господь порядок. Здесь, в Херсонесе, князь Владимир принял свое крещение. И здесь же, на этих холмах, почти 100 лет тому назад, и первой Севастопольской обороны, огнем и кровью крестилась вся Россия. С тех незапамятных времен никто из врагов наших, даже на развалинах Севастополя, не смел произнести слово «Победа». Был грозный 42-й год. Дни новых испытаний по белым камням Севастополя отходил последний отряд храбрецов. Они уходили, а это не было оскорблением их гордости, чести оружия, воинской доблести, потому что долг свой они выполнили до конца. Кого несете? От полковника Жуковского! Голову ранена! А что тут за дело? Андрей, боись, армия ушла, ушла. Слава Богу. Это последний отряд, больше никого не осталось. Будешь пробираться к партизанам, да. Ну, прощай, Андрей. Прощай, Боря. Счастья тебе желаю. Положите подполковника вперед. Жену подполковника и дочь прошу занять места. Нас здесь много. Семьи сесть. Эта шестерка может взять 12 человек, не считая гребцов. Тяжело раненых положить в шлюпку. Я приказываю. В эту короткую минуту жизнь, прожитая в этих берегах, прошла перед ним. Еще недавно, прорываясь через железное кольцо воздушной блокады, корабли черноморской эскадры везли на своих обгорелых палубах снаряды и армии, хлеб и бензин. Они спешили на помощь осажденному городу. И вспомнил он. Командир вышел перед нами. Приказал доложить, что вода подходит к машине. Ход потерян. Да.
машина затоплена, товарищ капитан. Пролить пар. Машинную команду наверх. Раненых и пехоту в шилке. А ну, лезьте. Вот она, Севастополь. Место серьезное. Тут либо полковник, либо обратно покойник. А вы как, воевать? И с родственником? Родственником? Муж? Не знаю, что я еду. Сюрприз, значит. Сюрприз. Пропуск.
въезд гражданских в Севастополь запрещен. Запрещен? Отведите меня к начальнику. Веди ее к начальнику. Есть. Прошу. Вам повезло. Сегодня ночь когда тихая. Откуда приехали? Осторожно. Я из Москвы. О, с Москвы. А интересно знать, что там говорят про нас на большой земле. Добро. Товарищ капитан третьего ранга, к вам. Разрешите быть свободным? Да, да. Есть. Мне нужно в Севастополь. Нужно. Отказывайте. А почему же вы отказываете? А потому что вы и ваши документы опоздали. Въезд в Севастополь гражданским лицам запрещен. А кто же запретит? Штаб оборот. Послушайте, ну а где же штаб оборот? А вот в Севастополь. Ну так кому же я могу жаловаться на вас? Если не местный, то только мне. Послушайте, товарищ, ну куда же вы? Товарищ! Журнал. Я добиралась сюда 2 недели. Меня тошнило на этом броненосце. Разрешите идти? Идите. Нас 3 раза бомбили. Я отсюда никуда не поеду. Так, женщины, детей мы эвакуируем. Здесь опасно. Здесь стреляют. А я это знаю. Знаете? А вы-то зачем сюда приехали? Да у меня здесь муж. Я ехала к нему. Кто ваш муж? Перевинцов. Вы его, наверное, знаете. Значит, это письмо вам. Москва, Сокольники, Матросская тишина. Да-да. Переслать, если я не вернусь. Штаб. И сказали, мы доверяем вам встречать, провожать корабли. Ночью по минным полям и ловушкам, сквозь шторм и огонь. Я согласилась. Милая, уходящая счастье мое, никому в жизни тебя не отдал бы. Жизнь, черт возьми, должна продолжаться. Для этого мы деремся здесь, кто как может. Когда начнет строить новый Севастополь, приезжай сюда. В любом месте Херсонеса, где-нибудь в море, посади маки. Они хорошо здесь цветут. Это и будет моей могилой. Товарищ капитан третьего ранга, через 10 минут крейсер готов к походу. Сейчас уходит корабль на большую землю. Вы можете вернуться обратно. У меня к вам просьба. Может быть, здесь где-нибудь остались горе на вещи. Я хочу.
хочу их послать матери, как память. Да. Володь. Аккурат вашего режима. Есть. Я хочу остаться здесь, в Севастополе. Ну, хорошо. За Графской пристани есть столовая. Там, кажется, нужны официантки. Официантка? Ну, официантка или кок. Кем хотите. Некому кормить людей. А я же была на фронт. А здесь все на фронт. Здесь Севастополь. Самоотверженная борьба севастопольцев служит примером героизма. Продолжайте выбирать. Примером героизма для всей Красной Армии и Советской. Это очень скоро. Уверен, что славные защитники Севастополя с достоинством и честью выйдут с вами только перед Родиной. Я ведь немцев 14-го года закон. Третий раз встречались. И остались демограду подковы для креста. Чайник, а ты с морями до этих пор ездил? Да, море — лыбкая штука. Персонально в рот не перейдет. Ну, ешь, не думай. Перед боем завсегда сил набирайся. Артиллерию их не нюхал. И новичок, значит. Ну, наблюдайте. Так точно, товарищ майор. И хозяйство в порядке. А это откуда у вас столько патронов? Это личный запас своих фронтов. Из Ухали, в Севастополе, на патрон не хватит. Это как море. Да, море, черное море. Ну, продолжайте. Товарищ майор, разрешите обратиться. Да-да. Вот интересуюсь узнать. Севастополь на как? Вся на фигурке, либо обратно в Росбине. А что? На фигурке с подручной. Есть на фигурке, а есть и в Росбине. Конечно, на фигурке на способную ходящую позицию. Ну ничего, управимся. А вы сами кто? Тульский бывший губернии Катеринского района, колхоз Совета Ильича. Рядовой связок, Никита Егоров. Ну, теперь немцы плохо будет. Самое на дно России придет. Так тоже немцы плохо будет. За возвращение с того света. Программ, да-да. Разрешите меню? Коляко или мартель? Есть только шампанское. Все меню 5 раз. И попросите кока приготовить рыбу. И нельзя ли нам маленький кубрик предоставить? Сами понимаете, неудобно. И по форме одеты. Здорово, инфантерия! Борис, добрый день! Как дела? Отлично. Это...
промежутках между делами штудирую украинскую войну. Вот так. Даю солдатское слово. История Севастопольской обороны 55-го года начала в ход предотвратить. Книжный дом 800 хранить. Искал что-нибудь подходящее для нашей обороны. Что это дают? Ну и как? Дух даже не полетела. Другая техника. Дальнобойность огня. Ну, представляй себе, летит метро или бомба. Ты можешь схватить ее, выделать фитиль и выбросить ее в речку. А дальнобойная мортира била на 200 метров. Да, сейчас ты как аукнешь из своих корабельных на Малаховом кургане. На Лепентьевых откликнешься. Кстати, когда? Скоро. Куда же вы теперь? Без Грозного. На фронт. Морскую пехоту. Инфантерию. Как говорил наш командир. Возьмите меня с собой. Хорошенький не воюю. Как? Я говорю, хорошенький не воюю. Получил? Чтобы ты к этой даме и во всем женщинам подходил свято. Повтори. Ну, да. Повтори. Ну, хорошо, я так запомню. Повтори. Есть к этой даме и вообще к женщинам относиться свято. Вы живы, товарищ капитан третьего ранга? Все. Жив. А вы откуда пришли? Со дна морского, товарищ капитан. О, слышишь, товарищ капитан третьего ранга. С открытого моря. Как вас в темноте потеряли? Часов 20 плылись. Под грудином мыс, а я там не. Стали работать, трофеи захватили, товарищ капитан. А это что за потом, а? Возмещение убытка за потопший бояр. Вон он, Берлин. Ну, налейте. Есть налейте. Нас было 250 человек. Это были классные люди. 250 человек, 207 орденов. Теперь нас 6. Ничего. Я пью за ваш штат. Спасибо. Налейте еще по одной. Я вас решаю сегодня. Вот. Спасли. Спасибо. 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 У нас был корабль. Опасный корабль. Вы помните его ход? Большой палец. Это был наш дом. Это была наша семья. Это была наша земля. Выпьемте за Грозный. Еще по одной. Я разрешаю сегодня. Есть одно на западное дело. Спустимся на дно. Я знаю это место. Снимем орудие с Грозным. Обе башни. И поднимем их на Малахов. Чего бы нам это ни стоило. А? Отлично, товарищ. Выпьем за первый зал. Принимайте, дорогие гости! Эй! Ой!
здесь. Мария, королева! Добрый вечер! Извините, что без спроса. Столовая больше не работает, товарищи. Вы видите, все разрушено. Какая досада. Утром уходим на грунт. И прямо в море. Не в море, а на суше, но не в этом дело. И вот по этому случаю командир отпустил нас передохнуть. Хоть глубоком тело. Хотим немножко отдохнуть и немножко повеселить. Да, а это вот от меня. Видал? Что это стоит дело? Хала? Нет, нет, товарищи. Отложите, пожалуйста, до другого раза. Зачем откладывать, Марии? Точно! Севастополь на завтра ничего не откладывает. Да, да, да. Так мы можем поставить на имя учета Иисуса Христа. Мы будем хозяйничать, а вы будете у нас в гостях. Доброе и верное время. Мамы. А Женя будет выдавать музыку. Женя! Женя, это что вам? О, Женя! Ради нашего знакомства. Оденьте, Марийка, что-нибудь знаете. На прощайте, жаль, каймою. Побощения наши серьезные, и не будем узнаваться. Что за стол, до свидания? Вино? Есть вино. Только где его взять? Варенички у вы хорошие. Варенички есть, варенички. Только где их взять? Вы хозяйники, я ничего не купил. Хозяйка ничего должна здесь. Хозяйка должна петь. Вот первый раз. А я не умею. Знаете, что, Варенька, заспевайте нам какую-нибудь сольную песню. Мы давно не слышали хороших песен. Я так давно! Вот именно. Для женщины. И такую нежную. И такую, чтобы она согрела наши закрепелые души. Чтобы мы вспомнили про наших есть, если, конечно, у кого есть. Про наши надежды. Бог отдал нас души сильно порох в парке. Женя, сыграй калитку. Любимая песня нашего командира. Он любит эту песню? Он это мысли. Женя, открой потихоньку калитку. Будь здоров. Женя, не разговаривайте. Ты все время разговариваете. Затеплится синий, лишь только звезды блеснут в небесах, и черемух серебряный иней жемчугами украсит роса. Дворы потихоньку калитку и войди в тихий садик, как тень. Не забудь потемнее накидку, уже зал на головку надень. Там, где густо сплетаются ветки у калитки тебя, и на самом пороге беседки с милый куст кружева сведу. Дворе потихоньку калитку и войди в тихий садик, как тень. Не забудь потемнее накидку, уже на головку надень. У вас получается походная песня. Ничего, ничего. Давайте, Мария. Начинаем.
вальс. Берем. Это для чего фонарика? Кавалеры приглашают дам. Смотрю я на вас. Одно лицо с моей галеркой. Профиль не особенный, а фасом точно. Очень похоже. Скажите, можно доверять женским письмам? А что она вам пишет? Пишет, что любит, а верить или нет, не знаю. Верьте, такого парня, как вы, обманывать нельзя. Точно. Точно. Второй заход. Мы когда-нибудь встретимся после войны? Все может быть. Я вам дам свой адрес. Может быть, захотите написать маленькое письмо? Хорошо. Я буду ждать. Буду ходить на почту каждый день. Целый год. Как вас зовут? Меня зовут Зурам Зурико. Мой адрес Батуми до востребования. Третий заход. Ах, Мария Владимировна, как я переживал, когда вы пели. Ребята не дадут соврать. Когда я пела, почему? Я Барановича любовь без вести пропал. На вас похоже. Лицо не так, а вот голос, голос как часы. Не знаю, встретимся ли когда-нибудь. Ну, конечно, встретимся. Встретимся? Конечно. Эх, Мария Владимировна. Что? Четвертый заход. Хорошо. Я целый вечер хотел вам что-то сказать. Что я вам, наверное, кого-нибудь напоминаю, да? А откуда вы знаете? Догадалась. Талант. Вы смотрели Катерину Большую Вальс? Смотрела. Вы смотрите на ту блондинку... Забыл, как вот тебе раз. После войны мы у себя построим здесь шикарный ресторан. Посадят румынский оркестр, забудем нашу ссору, я вернусь с моря, и мы целый вечер будем с вами танцевать. Дальше пленоход ко мне. На Микензи прорыв. Абрам. Ясно? Ясно. Ясно. Вот. Я кончен прав. Нам надо уходить. А вы, Марийка, не волнуйтесь. Все будет в порядке. А я не волнуюсь. Что случилось? Ничего, Мария Владимировна. Мы вас в обиду не дадим. Мария. Халы, Горки. Что значит? Победи. Потанцевать с вами не удалось. Не разговаривай так. Ну, ничего, как-нибудь в другой раз. А беспокоиться не стоит. А что, немцы правы? Да. Намекайте в горах прорыв. Thank you.
это? Это я не хочу. Погоди, потом она твой дом. Я пришел. Я забыла. Отсюда никуда нельзя уехать. Мне нельзя, вам можно. И даже нужно. Утром уходит подводная лодка Новороссийская. Вы можете? Нет. У меня здесь каких муж. Я, конечно, не смею вам приказывать. Но вы должны жить ради. Ради многого вы должны жить. Я только хочу, чтобы вы, Мария, запомнили, что для всех нас ваше имя родное имя. Вы уедете? Да. Прощайте, Мария. Вы были для нас образцом верности женщин своему долгу. Чего переживать это? Любовь. Морская бригада. Где посыльные? Как он? Получается? Вроде. Вы хорошо видите так? Медленно, не медленно. К сожалению, слишком. А вы впервые их видите или раньше случалось? Медленнее, медленнее. Не впервые. Скажите, около вас есть кто-нибудь? Так чего ж вы нервничаете, черт вас возьми на глазах у подчиненных? Держите голову холодной! Где Викентий у города? Я их сроду не слыхал, а здесь пришлось поработать. Суп? Давай косить. Товарищ капитан Трепера. Да, говори. Справа в роще немецкий танк. В количестве 16 штук. Два потока. Личный состав Грозного собрался по вашему приказу. А сегодня она проходит здесь. На 4-м километре разрушили дом. Идите туда. И пусть мимо вас никто не пройдет. На связи. Вы корма, я полубатый. И помните. Антисциплина и геройство. Один шаг. Ясно? Ясно.
лицу женщины на горизонте. Расстояние. Путь кабель-то был. Путь. Путь с нас. Что за женщина? Кто ее выпустил? Такую полковность. Так это наша Мария. Королева. Точно. А ну, полный я врал. А ну, врал. Брать, полоса. Полоса убрать. Приготовиться для встречи. Ваня, шпиты. Есть шпиты. Железки, бедяжки, подрывай. Подрывай, подрывай. Подрывай. Слава Богу! Доброе утро. Здравствуйте, Вероника. Как и не сыкнули? Да вот по старой памяти принесла вам еду. О, да вы теперь военный. Много вы не были, Вероника, как вы наши гости. Спасибо. Извините за маленький. Ну, просто будет беспорядок. И забраться. Швейцар ушел, 50 минут понадобится. Чего мы воспримем как лучше в домах? Откройте нам, Марика, вашими женскими ручками, как будто закончил на своей ручке. Нейтральный дом. Вот. А где же ты? А вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу, спасибо, Севастополь. Лучше в домах. Просто защищаемся. Вопрос с этой Германией не совершенно не радует. Мариечка, как ваша есть Мариечка, что вы где есть дальше. Приятного аппетита. О, спасибо. Ну и чего еще хочет команда Грозного? Я. Кришкина. Кришкина. Сожаление против танцев. Да, часто мы вспоминали о наших танцах. Ничего, мы сейчас с вами потанцуем. Дороги, детей, где он теперь? Кто? Наш капитан третьего раза. Ага. На карман? Он где его так? Его голос. С Малахова слышал. А вот на Малахова? А я по дороге встретила раненых. Они говорят, что немцы штурмуют батарею. Штурмуют? Чего? Он всегда там, где штурмует. Вижу 10 танков, идут на меня. Там. Помоги зайти. Помоги.
Ничего, ничего. Даже дрожь. Давай, еще тут покрепче, покрепче. Вика, ты вышли. Там повезла Марина. Прямо с корабля на бал. Теперь это твои скоро выпьешься. А вы обо мне не беспокойтесь. Дайте еще как. Хлопцы, а ну не увлекайся там. И только до последнего пьет. Мария Владимировна, что вы делаете? Там уже ничего не осталось. Последнее? Горки пересохло. Мусик, еще бутылочку шампанского. Скорее. Эй, спокойной ночи! И давай тихать! И давай тихать! Марика! Я отказался, Майк.
места, ребята, есть тот свет или нет? Не знаю. А что? Когда капитан Костелло пришел на смерть пикет, он этого не спрашивал. Точно. Ведь я так пошутила. Большую землю передает нас привет. Знаете что? И я пойду спать. И передайте нашему командиру, но пацанам, они не поймут. Знает Восьманский точно. Oh,
Все было как надо. Ребята работали честно. Вы слышите? Они хорошие крики. Они идут из Севастополя. Просите огня! Просите огня! Я не умею. Вот, запоминай. Могут прорваться к дороге на 4 километр. Там 5 моих людей. Оставьте меня. И пусть у вас мозги работают только вперед на нем. Люди с моим приказом отступить или оставить позиции, убейте их как предателей. Если вместо них приду я и повторю тоже, стреляйте в меня. Пусть у вас мозги работают только вперед, а нет. Товарищ капитан третьего ранга, какая-то женщина сигналит.
Наверное, ребята на корме погибли. Кто сигналит? Вот, смотрите. Батарея! Бою! Земле спят мятежники с броненосца Потемкин. Герои-севастопольцы под этим крестом кровь адмирала Корнилова. Вы будете лежать рядом с ними, как равные среди бессмертных. Этой солдатской могилы я клянусь вам, товарищи мои, от плоской клятвы никуда не уйду от вас с этим берегом. За минутой шел тяжелый бой за время, и севастопольцы выиграли его. Борьба кипела же у самого моря. Ноги бойцов омывала соленая вода, но грудью они еще прижимались к земле. Море правду было черным от крови врагов. Глубоко в подземных коридорах 35-й батареи, где теперь помещался штаб, ждали приказа Москвы. Наступило утро 250-го дня обороны.
совесть ваша перед Отечеством чиста. 8 месяцев вы не выходили из пламени крови. Наши солдаты выполнили все, чему присягали. Германия никогда не забудет Севастополь. Еще верхли такие победы, и у них не останется солдат. Их здесь полегло больше 4 миллиона. Но этот счет не окончен. Их ляжет еще больше, когда они вернутся. Я думаю, вы поняли. По приказу Верховного командования мы оставляем Севастополь. Вернуться с левого фланга. Ходите. Нам объявили, что... Да-да. Мы оставляем территорию, на которой стоял Севастополь. Разрешите обратиться с небольшой личной просьбой. Я слушаю вас. Товарищ вице-адмирал, прошу оказать мне честь уйти отсюда последним. Почему именно вам? Вы вернули меня на Грозный. Теперь я один представляю его команду и его флаг. Я поклялся на могиле последних людей моей команды никуда не уходить с этих берегов. Если бы я был на вашем месте, я поступил бы так же, как и вы. Скажите, у вас есть семья, невеста, жена? Холост, товарищ вице-адмирал. Совершенно холост. Ну что ж, назначаю вас старшим морским начальником Севастополя. В первую очередь надо вывести в море всех раненых, а там их подберут корабли. Есть, товарищ вице-адмирал. Все, что может принести пользу немцам, взорвать. Вам ясна эта задача, товарищ капитан Третьего? Товарищ капитан Второго ранга. Ясно, товарищ вице-адмирал. На берегу останетесь последним. В крайнем случае, постарайтесь пробраться к партизану по Балаклавской дороге. Это опасно, но не безнадежно. Ясно. Вы часовой. Вам смены нет и не будет.
Ясно, товарищ вице-адмирал. До свидания. До свидания, товарищ вице-адмирал. О чем задумался? Как я не задумался? Соображаю. О чем? Ну, тут, товарищ капитан. Вот тут. Вот. Ну что ж, в случае чего место в шлюпке найдется. Да я не про тот, что тут ты. Я про тот брод, что обратно. Когда ворчаться будем, нет смысла не делать. Да ведь, значит, это там так полагает. Деньги мои, и я думаю, подгадаю. Замануть бы их. Ты косяками, косяками бы их отхватить. Ты какого звания? Наши сержанты зовники тебе будут. Наши сержанты, так точно. Маловато тебе чиндальники, Николаевич. Место такое, тут либо покойник, либо уже полковник. Посмотри-ка, остались еще женщины для себя. Есть, посмотри. Ну, капитан, скажите, обратитесь в голову. Интересует знать, правильно ли говорят, что англичане порт Сингапур врагу оставили. Либо обратно. Да, порт Сингапур оставили. Мне, конечно, с родственников там нету, но со стороны международной шаболит. Ну ничего, правильно. Прошите, идти на чужие женщины. Идите. Есть. Мария! Как? Уходит последний корабль Севастополя. Я не знаю, кто вы для меня больше, Мария. Сестра или невеста. Но впервые женщину, которая мне очень дорога, уходит в море, а я остаюсь на берегу. Ну, садитесь. Там раненые. Им, возможно, понадобится ваша помощь. В открытом море вас подберут подводные лодки. Партизаны, мы еще вернемся к этим берегам.